Усім привіт! Стартую фейс-контроль. Епатаж для них буде на справа. Кожне їхнє відео супроводжується масовою чоловічою увагою. Улюбленці Хью Хефнера, засновника журналу Playboy. Зараз у наших операторів почали трястися руки, так що пробачте за картинку. Озброєні красою та дуже небезпечні. Сьогодні на каву не з кафе три в одному до нас завітав гурт Нікіта. Привіт, дівчата. Здравствуйте. Я відразу хочу сказати, що якщо вам незручно в вашому одязі, то ви можете його нафіг скинути. У нас немає ніяких табу з цього приводу. Якщо ми його скинемо, незручно стане вам. Йому стане. Посмотрите на нього. Ну, так незручно. Розкажіть, будь ласка, ваше виступлення на RU TV. Ви ж ошарашили своїм внешнім видом. Мужчини! Знаете, люди не верили, потому что когда мы шли по этому коридору, то женщины некоторые просто теряли сознание, которые что это такое? Почему? Но изначально там люди сидели в зале и просто показывали все на большом экране, и люди думали, ну вот потом мы разговаривали, они говорили, это, наверное, была трансляция из Киева. Да, то есть они не вживую здесь появятся сейчас. И мы выходим и просто спускаемся по ступенькам из зала, заходим. И тогда просто Басков встал и говорит, ну, таких девушек стоит встречать стоя, весь зал подорвался, и мы проходим. Но это было, конечно... Зал встречал нас стоя, действительно. Когда мы зашли, это все просто как волной. Там 1500 человек зал. И все так. И просто вот мы шли, поднималась волна из последних рядов к первым. Очень смешно было просто работать на сцене, потому что, когда я видела реакцию людей, сидящих в зале, я навсегда запомню лицо Алана Бадоева с Максимом Барских, которые сидели вдвоем и просто хохотали так. И открытый рот Аревы, который не закрывался, а не проводил. Вам понравилось? В принципі, це було как бы запланировано по просьбі. Всім понравилось, Лера, всім, особливо росіянам. Чому їм так щастить, я не можу збагнути? Мені так жарко, я не знаю, що з собою робити. Вам не жарко? Пока ні. Ні? Коли вам стане жарко, у мене для вас є облегчена форма одежди, яка вам не чужа, так що ви не встидайтеся, як тільки вам стане спекотно, то пліз. Прямо угадали, у нас такое же було почти. Прямо розмір. Ви тут. Один наверх, второй вниз. А тебе одно тогда сделаем. Що б ви не робили, мені це дуже подобається. Продовжуйте в тому ж дусі. Байдуже, як ви це пояснюєте, головне, робіть так і надалі. Я помітив такий момент, що ваша творчість, вона унікальна. Тексти, вони призначені для жінок, а картинка для чоловіків. Мой код 2012, мой фронт. 2012, наш год, 2012, нас спасет любовь, не надо бояться. Я по собі сижу, я дивлюся ваші кліпи, я не можу розібрати ні одного слова абсолютно, про що ви співаєте, я просто дивлюся. Так задумано? На самом деле, каждый текст – это история о нас. Это наша реальная история, наши переживания. Ми поємо о тому, що з нами відбувається, о тому, що у нас внутрі. От ви співаєте про те, що з вами відбувається, і навіть від тебе, Даша, прозвучала фраза, що кожна людина може знайти щось спільне із тим, що ви співаєте, що ви показуєте. І мені цікаво, скільки людей знайшли себе ось у цьому кліпі? В этом клипе, мне кажется, показаны все тайные женские желания, которые, если не наяву, то точно во сне она хочет повторить хотя бы раз вот такое вот видео. Поэтому это тот именно случай, когда девушкам нравится тоже наше видео. И, может быть, они где-то стесняются, не настолько смелые, но после наших концертов, я думаю, они могут более раскрепоститься и позволить себе все. Не знаю, як там дівчата хочуть опинитися на вашому місці, але чуваки, я би віддав праву руку. Держись. Запросіть мене на зйомки. Давай руку, ми тебе зараз з собою заберемо. Нет, уж, подожди. Надо ще закончити ефір. Скажи, пожалуйста, ну это не секрет, что ты ищешь мужчину на международном сайте знакомств?
Правильно? Ты так смотришь на меня, как будто я говорю, что это такое неправда. Нет, это почему есть же? Так, ну, конечно, тебе... конечно, есть. И не то чтобы я прям ищу. Для меня интересно общение, которое я нахожу на этом сайте. Anastasia.com. И для меня действительно я нашла то, чего мне всегда не хватало. Плотный график рабочий. Такая вот, скажем, очень насыщенная... какими-то делами, и я не скажу, что у меня особо интересная личная жизнь, потому что в основном моя личная жизнь — это моя работа. Изо дня в день мы совершаем перелеты, переезды, мы бываем каждый день в разных городах, и мені дійсно не вистачає нормального спілкування з чоловіками. Це того ти виставила там фотографії такі нормальні? Нормальні, звісно ж. Як, дивись, яка гарнюня. А ні, тебе не впізнати просто. Діло в тому, що це фотографії лайв, які ми знімали во время того, коли готовили відео для Anastasia.com. І сняли по ходу фотографії. Звісно, ну, я вирішила поставити ці фотографії, тому що вони такі... Люди, з якими ти переписуєшся, вони в курсі, що ти буваєш не тільки такою чемною дівчинкою, але й ар... Вони в основному знають, що я пою в групі Нікіта, що я їжджу по всьому світу, і, звісно, для них це цікаво. І кожен з них вірить в те, що у нього є шанс. Ви не представляєте, які мені письма приходять, які фотографії присилають. Я, конечно, не буду об этом рассказывать, но у меня достаточно интересная новая такая вот появилась страничка в жизни. Это страничка на сайте Anastasia.com. И оно настолько украшает и скрашивает мои какие-то поездки, дальние перелеты. Я как такая женщина, я не знаю... В эпоху Александра Пушкина я постоянно читаю письма, отправляю. Это очень такое смешное занятие, здорово, конечно. Но вы вот, у вас брали интервью на международном европейском таблоиде Bild. Вас сравнили с русской группой Тату, да, там новое Тату, и с Мадонной, с Леди Гагой. То есть реакция людей. Как вам вообще, что хорошее интервью было? Когда вас поравнивают с Леди Гагой, например? Сравнивают. Ну, это, наверное, первое мнение, вот когда люди видят кого-то, какого-то нового человека, они хотят где-то вот пролистать свой там журнал памяти, да, и вот так, значит, костюм, вот такой вот шипик, как я видел у Леди Гаги, а вот прическа, локон она закрутила, как у Мадонны, она красилась, как там, не знаю. Но не говорят, что это, типа, ну, не вы придумали, что это все сперли. Я считаю, что когда в человеке видят черты популярных людей, это говорит о том, что его образ и его характер сценический подобран стопроцентно идеально. Потому что мне без разницы, что говорят. Главное, что нас знают в каждой стране. Все, кто с кем я знакомлюсь, просто как человек. Hi, I'm Dasha, I'm from Ukraine. And после этого я начинаю рассказывать, мне спрашивают, чем ты занимаешься, там, сколько тебе лет. Когда я говорю, что я пою в группе Никита, а мне говорят, а покажи, пожалуйста, видео. Я начинаю показывать видео, а это ты? Людей просто начинается шок, я тебя знаю. И все начинают рассказывать какие-то интересные истории. Ты не представляешь. У меня друг уже год ищет тебя. Он отправился в кругосветное путешествие, потому что написано, что ты живешь там в Бельгии. Он объездил всю Бельгию в поисках тебя. Кто-то там начинает рассказывать. Ой, вы не представляете. Вот мы в Москве были, когда прошли по красной дорожке, к нам подходит девушка из MTV и говорит, пожалуйста, мы вас очень просим, вы не могли бы записать видео для нашего техника? Алексея там или Александра, он настолько фанатеет, вы не представляете, он смотрит на вас, и ему просто становится плохо от того, что он только видит вас на экране. Конечно же, мы с Наной передали ему привет, и для нас очень приятно, что есть такие люди. То, что люди слышат о нас, и у них какие-то определенные истории, конечно же, нас радует и вдохновляет на какие-то новые
какие-то поступки, на новые какие-то эпатажные моменты в нашей жизни. Я боюсь думать, что будет дальше, что будет еще, еще новейшее. Дальше будет только лучше, больше и интереснее. Мені ще, знаєте, що цікаво, ви були в Німеччині і завітали до дуже популярного еротичного музею. І да. Я чув, що ви накупили дуже багато подарунків для своїх друзів. Мені цікаво, що... І для себе. Звісно. Що це були за подарунки? Інтересно, які ж можна подарунки купити? Ну, всілякі. Разні. Всілякі. Ну, во-первых, ми там знайшли дуже цікаві макарони різних форм. Макарони? І розмірів. І розмірів. То есть продается просто вермишель, просто интересных формочек. А когда оно варится, оно сайз выбираешь, да? Сам. Да, оно реагирует. А, понятно, что какие-то пушочки, туфельки, крылышки, там, повязочки, все это... А масла? Как они пахнут? В общем, мы в тот же вечер с Дашей... Делали массаж, да, друг другу. И спробовали все ароматерапии, наверное, которые были в том магазине. В тот вечер клавиши моего компьютера горели, потому что я на своем сайте знакомств отстрочила миллион писем. Очень теплого такого содержания. А что вам наибольше сподобалось в самом музее? Очень много представлено древних работ, древние коллекции, статуэтки. Мне очень понравилось. Ну, у нас все было очень смешно, потому что мы вошли туда необычным образом. Голыми? Через задний ход. Там, где все люди выходят. А мы зашли. Я говорю, а где же платить за вход? Где же платить? Мы зашли, но уже вокруг нас окружают огромные фалосы и так далее. Ну, мы не растерялись. Начали. Тобто вы бесплатно на шару это сделали? Молодцы. Мы начали сначала тихонько фотографироваться. Там нельзя было снимать. Видео, вам дозволили певна річ, так? Нет, мы просто сначала тихонько, потом мы уже так разошлись, что мы хотели, чтобы нас забрали в полицию. Начала играть бурная фантазия. Окей, я думаю, що після цього в мене просто вже відбираються слова. Ви проходите в наш фейс-контроль. Попадаєте в книгу желаних гостей. Усі, хто проходить фейс-контроль на MTV, всі повинні роздягнутися. Я не знаю, вас попереджали, ні? Нет? Начинай. А вы? Книга желанных гостей. Я жартую, и я вас витаю, вы заноситесь... Так, подождите, на секундочку. Нет. Нет. Хотите я раздеться? Предлагаю. Мы сделаем это так. О май гад. Артур, наслаждайся. Ого! Поймал Артур, теперь мы разделись, все по правилам. Спасибо большое. Отдай. Артур, куда Боже, ты? Я відчуваю, вернись. Я відчуваю це тепло. Дівчата, в мене немає абсолютно ніяких сумнівів. Ви проходите фейс-контроль, ми вас заносимо... Дважди. Трижди. Стократ. Хто більше? І ми вас заносимо до журналу, ви вже були в журналі Playboy, ми вас заносимо до не менш сексуального журналу бажаних гостей на телеканалі MTV України. Так що ми вам завжди раді, особливо я, приходьте, не встидайтеся до нас. На каву. Нескафе 3 в 1. Це було просто безумне. Це був безумний ефір. Ой, спасибо вам большое. Вам дуже понравилось. А ви можете, ви вже записали там технікові вітання, ви можете нашому Саші, будь ласка, мікро-вітання записати? Будь ласка. Це за пуфік, який? Так, за пуфік. Напишіть. А здесь написать или просто? Давайте, как его зовут, Саша? Прямо зараз, да. На камеру записать, за пуфик. Саш, ну дивися, до тебе звертаються. Давай сейчас запишем. Дорогой Александр. За пуфик. Мы хотим вам пожелать в новом году всего самого наилучшего. О, боже мой, у меня просто выпадает все самое сокровенное. И хотим, чтобы вы всегда улыбались. Спасибо вам большое за то, что вы нас любите. Мы с радостью. Будем любить вас. І любить. Саш, потім копії мені запиши, будь ласка, окей? Перехват. Видите, как все, как в фильмах. Давайте, спасибо все? Большое, да? Спасибо большое, да. Почекайте, мені треба ще попрощатися. Так. Це була безумно гаряча сексуальна рубрика «Фейс-контроль». Сьогодні в гостях у нас були супер
супер-жінки майбутнього. Я не знаю вже, як вас група називати. Група Нікіта, друзі. Це була група Нікіта. Зайшли к нам на чашечку Нескафе Три в одному. Всього-навсього. День MTV з Нескафе Три в одному продовжується. Далеко не тікайте, а я в холодний душ. Боже, тобі не стидно, ти?